Муравленковским участникам Великой Отечественной уже далеко за 80. Орденоносец Иван Иванович Гомолка принимает гостей в парадной форме. С праздником 86-летнего ветерана поздравляют генеральный директор «Газпромнефть Муравленко» Валерий Колотилин и председатель правкома предприятия Николай Варакин. Поздравляем вас с наступающим праздником, Днем Победы. Этот день, он всегда святой для России. Желаю вам всего хорошего, долгих лет жизни, здоровья. Спасибо за то, что вы сделали для нас. Ну и от нашего предприятия небольшой подарок к празднику. Валерий Колотилин впервые в гостях у муравленковских ветеранов. Разговор заходит о военных и послевоенных годах, как поднимали страну из руин. Иван Гомолка не только участник войны, но и заслуженный труженик, ветеран труда. С орденом Отечественной войны вернулась с фронта Галина Харчикова. На войну она ушла добровольцем. Через месяц исполнится ровно 70 лет, как Галина Мироновна отправилась воевать с фашистами. Когда вспоминаю войну, я без слез не могу вообще. По другому поводу я подумала, 3,5 года во время войны служить. Вместе с мужчинами-партизанами Валентина Бондарчик подрывала вражеские эшелоны, автомашины и мосты. После того, как фашисты оккупировали родную Белоруссию, она вместе с матерью и сестрой ушла в партизанский отряд. И благодаря вашему ратному делу мы живем сейчас под мирным небом. Мы знаем, что завтра праздник для всей страны. Вы сделали этот праздник благодаря вашей отваге, подвигу. Каждому ветерану нефтяники повязали георгиевские ленточки. Валерий Колотилин признается, для него это не просто торжественное событие. Для меня этот праздник означает очень многое, потому что у меня оба деда прошли войну, дядя прошел войну, они тоже там имели большое количество наград, медалей. Я считаю этот праздник самым главным, наверное, в России, который... Я действительно праздную, люди празднуют, ну и я очень благодарен всем ветеранам, как городу Муравленко, так и России, за то, что они сделали для нашей страны. В Муравленко осталось лишь трое участников Великой Отечественной, но по их судьбам можно изучать всю историю войны. Каждый внес свой неоценимый вклад в победу на своем участке фронта.